to try and lay it until you can play it or show and display it to those who are waiting to stop the complacence. But let love flow as the sun sets low, cause that's the only way. Ну что ж, сегодня вторая встреча между этими командами. В первой, вы помните, да, выиграли тогдашние хозяева, которые сегодня под свист публики, потому что она уже за других болеет, да, выходит на газон. Ну вот сумеют ли они сохранить то преимущество, которое добыли в первом матче? Какие это будут разные матчи. Как интересно посмотреть, как команды будут вести себя в иных условиях. Это чертовски интересно. Ну что ж, Василий, я думаю, что нам сегодня последнее, чем следует заниматься, это делать прогноз на старт поединка. Да уж, трудно себе представить более равные команды, чем те, которые находятся сейчас на поле. Акин. Хотел сыграть остроумно, да, ошибся. Игуаин. Таби Алонсо. Помешать очень трудно, и ворота близки. Модрич. Федера. Не получилось ничего в этой атаке. Явное превосходство защитной линии. Хороший проход, и явно он нацелен на удар по воротам. Похоже, атаку трудно будет остановить. Ну и кто в штрафную эту передачу готов принять? Игрока хотели продать за более крупную сумму, но, насколько я знаю, другая сторона ответила отказом. Я думаю, что названная им сумма не уложилась в трансферный бюджет заинтересованного клуба. Но теперь его представители будут искать другие варианты. Обязан забивать. Великолепной передачей еще одной оборону вскрывается, и возникает опасная ситуация. Арбелуа. И это Криштиану Роналду. Кудера. Эффектный пас точно в ноги партнеру. Криштиану Роналду. Великолепно работает с мячом, и я думаю, что в момент приема надо его атаковать. Потом будет поздно. Не сумел игрок обработать мяч, и теперь соперник будет выбрасывать аут. Так, ну и время поменяться ролями. Мяч потерян, атака противоположной стороны. Анюков. Ну а партнер кому отпасует? Есть с кем отыграться. Бей! Очень уверенно. Вратарь, вытянувшись в струну, мяч этот забирает.
Думаю, что не обязательно было мяч терять в этой ситуации, но что произошло, то уже произошло. И должны открываться, должны предлагать. Ну, всякая контратака – это очень быстрое мероприятие. А когда быстро, то и ошибок больше. Вот так и получилось. Еще один пас. Футболист Реала перехватывает мяч. Аут! Акин. Федера. Ну и что теперь? Возможно, удар по воротам. Вот форвард. Вот это настоящий форвард. Да? Бьет он обычно не издалека, как положено нападающему, но очень редко промахивается. Вот форвард. Вот это настоящий форвард. Да? Бьет он обычно не издалека, как положено нападающему, но очень редко промахивается. А вот тут может получиться очень интересно. Удар! Не попал. Я не верю в это, честное слово. После такого паса я просто не верю. Песню испортил, согласись, Вась, да? Буквально такую передачу запороть, а? Ну что ж, раз есть так игрок, который может делать такие передачи, может, и еще сделает раз. И теперь мяч у команды соперника. Акин. Челес. И из дриблинга в удар сейчас вложится игрок, я практически в этом не сомневаюсь. Из-за боковой бросают футболиста мадридского Реала. Абилуа. Федера. Ди Мария. Очень органичная атака, еще одна передача. Пас партнеру, продолжается атака. Игуаин. И посмотрите на Криштиану Роналду. Федера. Игуаин. И игрок с мячом выходит на позицию, с которой можно поворотом пробить. Ну что ж, атаки этой конец. Начинаем рассказ об атаке соперника. Ну с этой атакой покончено. Холодно и неуклонно она была перехвачена, как передача. Передача. Не худший вариант. Аут, хотя, конечно, пас безобразный, но соперник-то мяч не перехватил, а ведь могло быть и так. Явный технический брак со стороны игрока обороны, и соперник будет вбрасывать мяч из-за боковой. Отдавай правильно. Продолжается атака, достаточно короткая перепасовка. И вот он, удар по воротам. Конец первого тайма, счет не открыт. 0-0. Пока что динамическое равновесие во встрече. Как ты хорошо выразился по поводу этой равной и скучной игры. Димичелис. Пасует. Пас не удался, и мяч уходит в аут. Было бы странно, если бы каждая подача доставалась форварду. Федера. Случился рикошет, и, естественно, вполне, что мяч в ауте. Игроки мадридского Реала вводят мяч в игру. Пас Роналду перехвачен защитником. Хорошая передача партнеру, который вовремя открылся. Видим мы борьбу. Все правильно, есть адресат для паса, и пас следует. И все на этом. Пока что, во всяком случае.
И вот подкат, судейский свисток молчит, мяч снова у соперника. Модрич. Так-так, а дальше? Подавай, пора. Обычно защитников при этих подачах больше, но это ничего не значит. Так, ну будем смотреть внимательно за действиями нового игрока. Возможно, именно он поможет каким-то образом изменить счет, который, напомню, пока равный. И, пожалуй, что можно бить, это органично будет смотреться. Едем дальше. Ну же! Вот и полевые игроки. Хорошая подмога голкиперу. Новая атака мадридского Реала. Прямо от угла своей вратарской. Ди Мария. Конечно, даром никто мяч не уступит. Не видит арбитр тот... Я на стороне судьи, мне кажется, он абсолютно точно прочитал эту ситуацию. Моментально продолжают атаку игроки. Озил. Игуаин. Пепе. А пас-то неплох. Практически упирается в угловой флаг игрок, будет подавать. Кадира. А до ворот-то не так уж и далеко, вполне возможен удар. Хороший момент. Очень хорош вратарь. Зажигает линейный флажок, офсайд. Футболист Реала перехватывает мяч. Сохраняет игрок мяч в непростой ситуации. Хороший шанс для контратаки. Получится ли она? Вот момент! И вратарь в красивом прыжке ловит мяч. Никто не может выйти вперед. Вратарь снова спасает ворота, когда им угрожала опасность. Разреженное пространство. Есть вариант быстро атаку развивать. Забивай! Если бы не успел голкипер, то, наверное, получил по полной программе. Но это если бы. Риск оправдался. Отличная работа. Думаю, это шанс. И вот вам, пожалуйста. И с этой дистанции удар в нижний угол очень опасен для вратаря. Потому что, конечно, сложиться практически времени нет. И потащить его... В общем, распорядился мячом по полной программе. Да, и вратарь, посмотрите, он практически не шелохнулся в данной ситуации. Здорово распорядился мячом, осмотрелся и отправил мяч в угол ворот. Разом тройная замена – это определенно способ тактически поменять игру. Гол первый, а половина игры вторая. Я скажу, повезло защитнику, что мяч в аут ушел. Есть время остальным отойти назад. Анюков. Эменике. И если пробьет отсюда, может быть очень опасно. Есть у меня... А вот удар. Неточный удар игрока, и мяч проходит мимо. Мимо. В общем, мимо. Вполне логично, замена, когда команде нужно добавить напора, страсти, скорости, а может быть, и взгляда со стороны.
Вот такой грустный для атакующих конец. Но ведь не конец игры, конец всего лишь атаки. Пепе? Ди Мария? Это еще хорошо, что не случился обрез. Эдер Луис. Эменике! Нарушает правила игрок. Руками в футбол играть можно только вратарю. Игуаин. Грубо ошибается в передаче Микаэль Сиен. Между прочим, давать сопернику шанс на такую контратаку небезопасно. Времени-то осталось не так и много. Эдер Луис. Встречать его уже поздновато, потому что сейчас будет удар. И выносит защитник мяч. Выбитый мяч недалеко. Оказался выбит, достался сопернику. Игуаин. Ди Мария. Анюхов. Повнимательнее надо быть защитник, конечно, в передачах. Сейчас в аут, потом в ноги сопернику, а потом куда? Хаби Алонсо. И не удалось, конечно, победить сопернику Диме Челеса, и мяч остался у него. Из-за боковой бросают футболиста мадридского Реала. Минимальный разрыв и минимальное время до конца матча. Может быть, одна атака осталась всего. Эдер Луис. Хаби Алонсо. И вот он, Криштиану Роналду. Ну и эта двухсерийная четвертьфинальная серия завершена. Поздравим победителей с успехом. Да, они приложили много усилий, заслужили наши теплые слова.